Перейду к новостям не совсем позитивным. В школы при Каме поставляли фальсифицированную молочную продукцию. Это выявило Управление Роспотребнадзора Пермского края. Специалистами зафиксирован факт реализации сухого цельного молока, которое не соответствовало требованиям технического регламента Таможенного союза. Провели лабораторные исследования и выяснили, молоко не соответствует по массовой доле жира требованиям ГОСТ и также заявленной на этикетке информации. А именно, при нормативе не менее 26% фактическое содержание жира в продукте составило плюс-минус 12%. Кроме этого, молоко имеет признаки фальсификации растительными жирами. В отношении индивидуального предпринимателя из Самарского региона возбудят дело об административном правонарушении.